за сегодня-вчера, но, в принципе, ситуация очень тяжелая, потому что количество заболевших в разы превышает то, что было в апреле-мае этого года, когда был жесткий такой карантин и локдаун. Очень много знакомых у меня болеет, к сожалению, умирают знакомые люди, поэтому, да, я думаю, что такая проблематика есть. Сколько осталось мест, вы не знаете, где информация? Ну, в принципе, на самом деле 29 мест, это где-то около 70% того количества мест, которые у нас есть в больнице. Mm-hmm. Да? В принципе, я абсолютно допускаю, что может быть ситуация и хуже. А какие будут действия? Сегодня понедельник, сегодня как раз очень много госпитализаций происходит и все остальное. Mm-hmm. По действиям я отстранен от исполнения обязанностей, там есть секретарь, есть губернатор, это их сейчас непосредственная задача, потому что когда я исполнял обязанности мэра, я с этого начинал свой рабочий день и заканчивал контролем, надо разворачивать дополнительные места, мобилизировать медиков, их на самом деле, ну, есть большая проблема, нам в свое время весной помогали медики из Днепра, приезжали подменять наших врачей, которые заболели на коронавирус. Ну, сегодня ситуация как бы лучше, врачи уже более готовы, но все равно надо их поддерживать и морально, и материально, и стимулировать их работать. Очень многие врачи сегодня работают не по специальности. У них совсем другое призвание, другая профессия. Они фактически занимаются коронавирусными больными, будучи лорами, окулистами и другими профессиями.